Я приветствую всех любителей коллекционирования монет. И сегодня у меня на обзоре послание, полученное от американского продавца монет. Зовут его Майкл Швед из штата, по всей видимости, Невада. В описании в конверте лежит монета Сирии 1947 года, 25 пиастров, серебряная. Застраховал продавец свое послание на 13,5 долларов. Ну что ж, посмотрим. Монетку чуть попозже я простилоскопирую, то есть сделаю спектральный анализ, и результаты обязательно вам доложу, насколько она серебряная. Так, вот такой вот файлик. На файлике подписано Сирия, 25 пиастров, серебро, 1947 год, и еще какие-то цифры, чего обозначают, не знаю. Монетка маленькая и тоненькая, гурт рубчатый, напоминает старые советские 15 копеек по размеру, только гораздо тоньше. На аверсе орел, буковки достаточно на аверсе потертые. Я бы не сказал, что состояние супер-пупер, но при желании прочитать можно. И это, по всей видимости, реверс арабскими цифрами 25, и внизу, видимо, надпись пиастров. Какая-то годовщина, год по хиджаре, видимо, и год по христианскому календарю. По боку колосья зерна, пшеницы и арабский орнамент без всяких рисунков. Из рисунков только вот герб Сирии. Будем надеяться, монетка действительно серебряная. Как я уже говорил, сделаю спектральный анализ и отчитаюсь в качестве серебра в сирийских монетах. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я покажу вам еще много интересных, необычных монет.